Здравствуйте, друзья! Если вы смотрите сегодняшний выпуск 3D News Daily в браузере от Google, то возрадуйтесь! Корпорация наконец-то вспомнила, что на дворе 2014 год и выпустила тестовую версию 64-битного Chrome. Апгрейд позволит браузеру пользоваться преимуществами соответствующих процессов и их наборов инструкций, что выразится в 25% увеличении производительности при работе с тяжелыми страницами. Пока что шагнуть в новую эру могут только пользователи Windows 7 и 8, а версиях для Mac и Linux не было сказано ни слова. Но и до них Google доберется рано или поздно. Всем известно, что ученые Массачусетского технологического института занимаются очень любопытными изысканиями. На этот раз они рассказали о проекте так называемых добавочных роботизированных конечностей, призванных не заменить, но дополнить уже имеющиеся у человека руки и ноги. В продемонстрированном примере гироскопы и акселерометры системы позволяют кибернетическим конечностям повторять движения оператора. Однако в будущем манипуляторы смогут, например, открывать двери, если данные природой руки заняты чем-то другим. Ну а в очень отдаленном завтра изобретение будет использоваться на производствах компании Boeing, спонсирующей этот проект с целью улучшения условий труда своих пожилых сотрудников. А там, глядишь, и до автоматического пилотирования авиалайнеров дойдет. Не так давно домашние 3D-принтеры воспринимались как дорогая и непонятная экзотика, а сейчас доступную модель можно купить всего лишь за $250. Именно столько будет стоить New Matter Mod T, деньги на которые успешно собирают на Indiegogo. Устройство с белым основанием, заключенное в прозрачный куб, больше напоминает какое-то кухонное приспособление, чем высокотехнологичный гаджет. Но пусть внешний вид вас не смущает. Вместе с производством принтера будет развернута проприетарная онлайн-площадка, с помощью которой пользователи смогут создавать, покупать и продавать файлы макетов. Запрашиваемая на Indiegogo сумма уже собрана, так что будущие владельцы могут со спокойной душой ждать начала производства и отправки принтеров, запланированных на период с февраля по май следующего года. Другие новости из мира высоких технологий ищите на 3dnews.ru. До встречи, друзья!